закончилось очередное противостояние Реала и Барсы. В этом бою взял верх Мадрид и добыл победу в Суперкубке Испании, благодаря голам Игуаина и Роналду и отличным сейвам капитана Икера. Но среди всех игроков Реала остается незамеченным, так сказать, не обратившим на себя внимания центральный защитник, хулиган и просто португалец Пепе. Спросите почему? Есть много отличных игроков, которые заслуживают своего внимания, но только такие, как Пепе, их единицы, которые могут завести партнеров по команде, заставить их играть только на одном характере – за Реал и против соперника. Сам португалец из разряда таких игроков, как Гатузо, Рой Кин и самого себя. Бульдогами их зовут. Часто мы ругаем его, больше возмущаемся его очередной выходкой, но сами понимаем после очередного отбора, что Пепе большой талант. И не преуменьшить, один из лучших защитников мира, которых нападающие боятся и обходят сторонами, пряча ноги и стараясь сразу расставаться с мячом. Португалец великолепен при чтении игры, он просчитывает ситуацию за считанные секунды, и тут уже форвард начинает нервничать и убегать от защитника. Но Пепе со своими длинными ногами набирает скорость мгновенно. Не просто так он один из быстрейших игроков Реала, а если быть точным, то третий. От такого не убежишь. Когда полузащитники понимают, что на скорости форварды не убегут от него, начинают забрасывать навесы. При росте 188 см Пепе великолепно играет головой. Способен продавить любого игрока за счет правильно выбранной позиции и непробиваемого корпуса. Да, бульдог в команде отличное дополнение, собранное из молодых талантов. Но есть и свои минусы. Бывают ситуации, когда португалец перебарщивает, играет откровенно грубо, зарабатывая удаление и пенальти для своей команды. Мориньо только учится находить грань между полезным Пепе и очередным удалением. Но ничто не бывает совершенным, а к этому надо идти постоянно, доверяя и учась на собственных ошибках, что и делает и один, и другой. А на данный момент Пепе стал более сдержанным и не срывается, но это не значит, что он стал играть менее жестко. Его главная особенность игры, когда нападающий сближается и пытается обыграть защитника, делая ложные замахи и стараясь обмануть корпусом, португалец не ждет. Он выбрасывается на нападающего, заставляя того менять решение, отступая или вовсе терять мяч. Но выбрасываясь, более мастеровитые форварды могут обыграть, зная, что Пепе будет атаковать их первым. А португалец сам ждет этого. Знает, что сможет догнать и броситься в подкат. Причем подкаты Пепе делает настолько быстро, что оппонент, просто не ожидая такой молниеносности, не успевает убирать мяч. А португалец чистит зону и помогает команде в еще одной победе. Ну а мы пожелаем удачи. Надеемся, он почаще будет радовать нас отличными действиями в обороне команды. И забудет о грязной игре побыстрее. Удачи тебе, Пепе!